Самарский район – исторический центр города. Местные жители уверены, чтобы было чем гордиться, порядок здесь необходимо поддерживать постоянно. Двор 69-го дома по улице Льва Толстого. В начале года бывшая управляющая компания проводила здесь аварийные работы по замене труб центрального отопления. В итоге сделали, но асфальтовые покрытия в первоначальный вид так и не привели. Теперь любой дождь для жителей – испытание. По двору приходится пробираться чуть ли не вплавь, сетует Людмила Тютюнникова. Надеется, что благодаря общественным слушаниям и поддержки общественного совета проблему удастся решить. Будем надеяться, что это все-таки что-то изменится, наверное. Будем надеяться, все-таки какие-то идут преобразования, видимо, наверное, что-то будет, какое-то улучшение. Обратят внимание на старую часть Самары. Впрочем, говорят члены общественных советов, неразрешимых проблем нет. Главное не сидеть сложа руки, рассказывать о наболевшем и искать пути решения совместными усилиями. Впрочем, жители, которым не безразлична судьба района, готовы предложить и свою помощь. Очень приличное количество граждан готовы что-то сделать сами. Ну, например, посадить клумбу или там покрасить во дворе стены. Нет волшебника, который, знаете, придет и все нам изменит. Мне кажется, от каждого жителя города зависит, чтобы его жизнь улучшить, просто нужно ему что-то делать. На общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором» люди могут не просто озвучить все накопившиеся вопросы, но и наметить пути их решения. Главное, чтобы помимо членов общественного совета в таких встречах принимало участие как можно больше активных жителей района. Марина Матвеевна, Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.